Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Ну, сегодня у меня будут такие покупочки уходовой косметики, в общем, для всей семьи, так скажем. Ну, первое, это я купила зеленую глину и вот такой вот большой рулон пленки. Все, кто хочет делать обертывание вместе со мной, добро пожаловать. Если вам интересно, я даже расскажу и сниму видео, как мы будем это делать. В общем, зеленая глина. Я про нее уже говорила, и пленочка. Затем купила вот такие вот диски для снятия макияжа. 100% хлопочек. Здесь их 3 упаковочки по 70 штучек в каждой. Для снятия макияжа тоже купила вот такие вот салфетки. Тоже они натуральный хлопочек с экстрактом хлопка и с молочком. Что не с водичкой, а с молочком. Ну, как все женщины взяла. Средства для депиляции, это крем и вот такие вот, как они, патчи называются, ну, это когда отдираются волосы, в общем. Взяла Листерин аж 2 бутылки после своего этого импланта, буду полоскать. Так, мужу взяла гель для душа, шампунь взяла тоже вот такой вот, я его тоже люблю, с это... глина зеленая и экстракт цедры. Затем мужу взяла вот такой вот гель для бритья гипоаллергенный, 2 дезодоранта. Потом для сынульки дезодорант, он любит эту марку, 2 геля душа тоже для сына. И себе взяла вот такой вот лак, не знаю, очень красивый показался, и жидкость для снятия лака. Ну, в общем, вот такие вот покупочки были. И будем готовиться к Новому году. Будем делать обертывание. Все, всем спасибо большое, что вы были со мной. До новых встреч. Пока-пока.